от частного к общему хотелось бы. Да, потому что понятно, что появились новые проекты. О них сегодня мы еще не раз поговорим. Но ведь изменились не только сами проекты. Изменилась и концепция, и взгляд, и та же самая философия. Да что тут говорить, изменился весь канал. Ну и с кем, как не с главным редактором, говорить об этих изменениях? У нас в студии уже появилась Элина Касабова, главный редактор телеканала «Кубань-24». Доброе утро. Доброе утро, ребят. С новосельем вас. Ура! И вас, и нас всех с новосельем. Я думаю, это заслуживает дополнительных аплодисментов. Итак, новый сезон, новые проекты, новое видение. Как вообще долго шли к этим изменениям? Охарактеризовали вы как планомерные или все-таки какие-то стихийные? Что-то вот нахлынули, и ух, и мы решили все поменять. Нет, я думаю, и скажу, что, наверное, это все-таки было планомерное, поступательное, так скажем, движение. Мы к этому долго и давно шли, и вот, наверное, когда не весной, как не весной, запускать новый сезон. Конечно, обычно телевизионный сезон запускается осенью. В этом году мы решили, ну, раз весна, это время обновления, то и пора обновляться нам. Тем более, что на Кубань как раз-таки только сейчас приходит настоящая. Климатическая. Все расцветает, и мы расцветаем. И мы расцвели. Не зря я сказала про философию, отражая время. Вот такая фраза стала мелькать. Это действительно какой-то новый взгляд, новое видение, новая философия. О чем она говорит? Наверное, все-таки стоит сказать о том, что мы главный краевой канал «Кубань-24». Мы вещаем 24 часа в сутки. Да? То есть у нас объем собственного вещания в неделю составляет 168 часов. То есть, представляете, да, сколько мы все вместе с вами делаем продуктов. Поэтому, конечно, мы рассказываем о главных событиях, о том, что происходит здесь и сейчас. Поэтому, отражая время, это именно тот слоган, который, как нам кажется, нам подходит. Ну, то есть мы раньше были актуальны, а теперь мы, ну, в этом стремлении быть актуальными, мы вообще прям вот бьем в точку уже точнее некуда. Мы всегда актуальны. Ну, вот, то есть... То есть, получается, вектор канал не изменил или поменял? Или есть что-то, вот какая-то константа, которая нерушима, что-то вот... Ну, у нас станет, больше станет аналитики, больше станет информации, больше появится познавательных и публицистических программ, будут новые проекты, вы уже об этом говорили. Останутся, конечно, в линейке старые какие-то, не старые даже проекты, а проекты, которые уже полюбились нашим зрителям, соответственно, полюбились и их ведущие. Некоторые ведущие поменяют немножко свое амплуа, поменяют формат своих проектов. Будут люди и лица канала, которые уйдут в новые проекты, вы их увидите совершенно в новом варианте. Так что будет чем удивить. Да, за такими изменениями еще интереснее наблюдать, да. Когда ты знаешь человека, а тут он оп, и опять же раскрылся. С другой стороны, да. Да, раскрылся. Мы все продолжаем эту тему весны, раскрытия нашего необычайного потенциала. Да, и, кстати сказать, сегодня еще впереди мы поговорим и лично с представителями, с авторами этих проектов. Я думаю, они вам много чего интересного расскажут. Вот, приоткроем завесу. Ну вот, непростой был период, о чем вы, как бы, и в сюжете я сейчас немножечко рассказал. На ваш взгляд, насколько быстро адаптировались сотрудники канала вот к этому непростому периоду ремонта в студии вообще? Ну, как мне кажется, журналисты и люди творческие, они быстро ко всему адаптируются, то есть по принципу универсального солдата. Всегда готовы ко всему. Да. Так что, да, мы достаточно, как мне кажется, коллектив быстро адаптировался. Некоторые помещения были переоборудованы под студию, но вы и сами это знаете, и видели конференц-зал. Часть проектов переехала в студию программы «Информационные факты», чтобы здесь, в новой студии, сделали полноценный ремонт. Да, друзья, и вы... Жилось непросто, но справились. Фу, мы пережили. Да. Пережили этот ремонт. В общем, так, если подытоживая немножечко нашу беседу, чего ждать уже на этой неделе нашим зрителям, и как бы вы назвали вот этот новый сезон, который вот открывается сегодня? Это будет интересно. Я не буду всего раскрывать, я хочу, чтобы зрители это увидели. Это будет интересно, может быть, где-то даже необычно. Поменяются цвета, граф-пакет, появятся новые лица, совсем новые, так скажем. И да, немножко поменяется формат. Поэтому стоит увидеть. Поэтому... Зачем об этом рассказать, если надо просто посмотреть? Будем смотреть. 168 часов, друзья, смотрите и убедитесь в этом. С вами Элина Касабова была в нашей обновленной студии. Хорошего утра, друзья, не переключайтесь.